Так, танки. Немецкая танковая дивизия удерживает этот сектор, не давая себе знать. Изучите район и нанесите мощные удары по этим механическим монстрам. В вашем распоряжении огневая мощь и ловкость зеленого берета вам также помогут войска союзников и противотанковые орудия. Так, сейчас мы консену. Короче, надо добивать игру, да? Сегодня. Сейчас. Все чисто. Двинулись. Отлично. Безопасный сектор. А тут нацисты кишмя кишат. Тут мы ничего не можем поделать. Легко. И раз уж мы здесь, уничтожим эти танки. Как знаете. Удачи. Спасибо. Так, ну что, надо... Ты тут показывай танки у нас тут, Подожди, а где карабин его? А, вон нашел, все. Так, еще этого можно на кол, нахуй. Спокойно. Я капитан О'Брайен из БСС. Я из хороших парней. Валите отсюда, пока не поздно. Все, спасли русских братиков. Патроны тоже спиздили надо. Чтоб не пропадало даром. Так. Так, а, ты аптечки, ну-ка давай. Так, сохраниться надо. Нихуя там пулемет, ебать. Жестко. Карабинчик — веселая тема. Блять, сюда танк едет. Сука. Блять, танчик, танчик, танчик. О, неплохо. Так, у нас сохранится.
Так, два панцера, да, у меня есть в наличии. Сейчас подождем, пока он проедет. И в жопу ему захуярим. Вот тут подождем. Все. Больше нет, да, панцера здесь? Блядь, есть. Больше нету. Кто откуда стреляет? Так, а патроны есть тут? У меня пулемет только есть, патронов нету, чёрт. Ну ладно, патроны я у Фрица подожму, пойдем дальше. Что-то ни фрицев, ни танков не видно, блядь. Фрицы нет! Да, где-то тут. Блядь. Он здесь проезжать будет? Вон, вижу. Пусть едет, я в жопу себя уебу, нахуй. Теперь мне надо опять панцира искать. Нормально, еще чуваков спас. Не ждал вас тут увидеть, капитан. Хотя я рад, что вы пришли нам на помощь. Мы готовили взрывчатку, когда нас засекли нацисты. Противотанковые заряды. Возьмите немного, пригодятся. Если кончится, возвращайтесь. Да. Ждите здесь, сержант. Я беру все на себя. О, нихуя себе. Это можно сзади подойти и прихуярить, да, нормально. А что касательно панцерфаустов, есть где-нибудь? Что такое? Документы. Нихуя себе.
Чё, ну, оказывается, документы надо найти, блядь. Что касательно панцерфауста, пацаны, есть где панцерфауст у вас? Так, вот тут я вроде не был. Блядь, куда идет? Ты, блядь, откуда взялся нахуй? Ой! Как больно! Хуя вы жесткие, блядь. Так, а что там внизу надо сделать, я сюда не понял. Да где там он, блядь? Ой-ой-ой-ой, больно. Как поддержку запросить у него? Он не запрашивается. Немецкого на рабочий. Что-то я не понял. Блять, кто откуда? Кто откуда стреляет? Где эта абразина, блять? Что он на карте, падла, не показан, блядь. А, вот этот танк тоже надо того ебать. Надо выбираться. Охуительно. Коронная фраза, все как по нотам, блядь. Так, в той стороне у нас крон какой-то находится, да? Блядь, там танк, сука, в здании стоит, блядь. Пора выбираться. Спасибо за патроны. Ну что ты тут, кого ты тут ждешь, чувак, ебать? Так, а эти олухи внутри, да, судя по всему, находятся? Какие задачи остались? Уничтожьте на схрон какой-то. Ладно, я тебе непременно займусь. Господа? Ладно, хуй с ним, пусть он там сидит, он мне не мешает. А, можно сюда прийти за ним, в принципе, блядь. Вот. Здорово. В яму, нахуй. О! Панцири, блядь.
Нихуя себе, там точка пулеметная, блядь, надо обходить. Того. Тихо. Пошел нахуй. Урод, блядь. Гранату себе в жопу засунь, нахуй. Блядь, там тигр ездит, ебать. Надо панцирь брать, нахуй. Опасный, блядь. Так, а тут у нас все. Боеприпас, я помню. О! А, так есть. И это еще есть. А, с панцерфаустами проблем нету. Так, надо сохраниться. Сейчас будем тигр жарить, нахуй. На сковородке. Так, сохраниться. Где ты, тигра, ебать? Блять, как же его... Блядь, он падла стоит, сука, может обойти его сзади, когда... Это неудобно, блядь. Так. Так, а тут я был. Ёпт. Да, да, был. Попробуем сзади обойти, может получится. Он сказал, вот что хочет. А, даже так. Прикольно. Это ебаная перезарядка, блять. Сидишь, блядь. Заебись, блядь. Так, ну что, все задания сделали? А, тигр надо уничтожить еще. Блядь, ну тигр в лобовую, что ли, атаковать, сука? Здесь нельзя нигде залезть? Походу, нет. Ну ладно. Это печально. Ну, ему дохуя тогда надо с передка накидывать будет. У нас там основная броня стоит. Ну ладно. Как говорится, вариантов больше нет. Как на лобовую нападать. Ну, перед началом я сохраню сейчас. А панцирь здесь есть, еще на втором этаже где-то. Я помню примерно где. Ну что, тигруля? Ох, хуй даже долетает, ёпта. Блядь, да я вот динамит, да вот дурачок истратил. Мне надо опять за динамитом идти, блядь. Ну ладно. Как же его, блядь, высечь-то? Безболезненно. Блядь, и залезть-то нигде нельзя, сука. Он меня сразу захуярил, да, какой? Блядь. Тихо. Не, я не сюда. Пойду, короче, к этим чувакам, которые мне взрывчатку давали. Я буду сейчас взрывчатку закидывать, нахуй. Они были вот где-то в этом здании, я помню. Как раз у них можно и поддержку запросить. Где тут дупло спуститься к ним? Я его нашел.
А, бомба липучка, прикольно. Мы его сейчас обойдем с передка, нахуй, и воткнем ему. Дыму кинем, он, надеюсь, тут физика работает, на дым не будет агриться, блядь. Ну, через дым не увидит, точнее, меня. Там хуй знает. Вот дымовая завеса. А, вот тут пролезть можно было, нихуя себе. Все. Изи. Две липучки хватило за глаза. Кстати, там тоже что-то есть, надо сбегать туда, где дырка. А, хуй наны, тут хуй залезешь. Ну тут, в принципе, можно пройти. Где тут? Тут фрицы сидят. Найти еще документы, третий надо, блядь. Так, тут я был. Что второй этаж есть. Видишь, если по карте шароебись постоянно, то можно всякие побочные задания искать себе. Тоже неплохо. Ну тут, собственно говоря, нихуя нету. Блять, я сюда вернулся опять. Надо на ту сторону сходить, вдруг там документы есть. В ангаре, например. Нету ни хера. Тоже только руины одни. Это открывается? Нет. Дымовой шаг. Идите к зоне побега, блядь. Ладно, найду, возобновлю, пацаны, чтобы не бегать под дуриком. Так, вот на помещение нашел. Ты чё, гнида, блядь? Вот, судя по всему, последний документ, вот он. Все, все нашли. Был вот тут, где первый раз танк взорвали, вот в этом здании. Все, можно идти заканчивать миссию, все сделали. Совесть чиста, блядь. Все, братан. Порядок, друг. Пора выбираться. Отлично, все задания сделаны. Продолжим туда в следующей серии.